Все здравомыслящие люди в Казахстане и за пределами Казахстана прекрасно понимают, что Мухтара Аблязова преследует прежде всего по политическим мотивам. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает его врагом номер один и преследует его как может. Для этого он не жалеет ни средств, ни людей, ни время. Мы прекрасно знаем, что Мухтар Аблязов – это политический заключенный. Он впервые сел в 2002 году, ему дали 6 лет тюрьмы, он сидел более года, потом вышел из тюрьмы и сделал БТА-банк самым успешным банком на постсоветском пространстве, я имею в виду из частных банков. Президент Назарбаев стал претендовать на этот банк и в конце концов этот банк забрал. Мы знаем прекрасно, что именно по приказу президента Назарбаева семья Мухтара Аблязова в течение нескольких месяцев находилась в заложниках. И арест Мухтара Аблязова в прошлом году, в конце июля, это тоже дело рук Нурсултана Назарбаева. Это итог сговора трех диктаторов Назарбаева, Путина и Януковича. Но сейчас Россия шансов почти не имеет получить Мухтара Аблязова. Россия сейчас как бы страна-изгой. Она обставлена со всех сторон санкциями. Она ведет агрессивную войну в Украине, аннексировала Крым. Она виновата в крушении малазийского Боинга. Поэтому сейчас отношение к России и к режиму Путина однозначное на Западе. И наверняка Аблязова России не выдадут. Остается только Украина. Какую позицию займет Украина? Какую позицию займет новый президент Украины Порошенко? Будет он верен до конца идеалам справедливости, идеалам права? Будет он до конца верен идеалам и ценностям Европы, прогрессивного человечества? Или же в угоду каких-то экономических выгод он пожертвует Мухтаром Аблязовым? Это, естественно, нас всех, единомышленников Мухтара Аблязова, тревожит. Будем надеяться, что все для него закончится благополучно и Аблязов выйдет на свободу.